В Красноярском цирке тигры нападают на дрессировщика. Этот опасный трюк – гвоздь новой программы. В выходные прошел первый показ шоу «Королевские тигры Суматры». Главный номер – аттракцион с участием сразу 12 опасных хищников. В одной клетке с ними укротитель Николай Павленко. Он занимается дрессурой почти 60 лет, дольше всех остальных дрессировщиков в мире. Воспитал больше 200 тигров. Во время выступления с легкостью пресекает агрессию одним взмахом хлыста. Укротитель говорит, дружить с хищниками нельзя, можно только доминировать. Чтобы воспитать Суматру, нельзя делать ему никаких поблажек. Мы никогда с ним не играли, не давали ему играть, потому что в игре он узнает, на что способен человек. Вот. Мы не притрагивались к тем частям тела, которые он не разрешал. Никогда никто его, кроме меня, не водил на поводке и фривольно с ним себя не вел. И все это обошлось с хорошими результатами. Ну, кроме тигров, зрители увидят очаровательных японских шпицев и говорящих перуанских попугаев. Под куполом цирка выступят воздушные акробаты, эквилибристы и канатоходцы. Последние выполняют свои трюки на высоте 15 метров без страховки.